Поки у Росії триває флешмоб селфі з Леніним, в Україні за останній рік знесли понад 100 пам'ятників Іллічу. Але, незважаючи на закон про декомунізацію, Ленін повертається, як Шварценеггер, I'll be back. Яким чином він досі зомбує людей? У містику занурився наш Артем Шовковий. Абзац на Чернігівщині. Кому мешають пам'ятники? Що вони роблять? Ми за те, щоб пам'ятник Леніна стояв. Ведь это история, история наших отцов, дедушек нас и наших детей. Не могу понять, что же движет людьми, которые так истерично защищают бездушную груду бетона. Кто заставляет их по сути нарушать закон? Ленин был, Ленин и будет для нас. Должен стоять, и никто не должен его убрать. Как раз должен. Ибо памятник Ленина запрещен законом о декоммунизации, который приняла Верховная Рада в мае этого года. Нельзя публично прославлять серп и молот, Красную Звезду, ну и Ленина с подельниками. А в городском парке Семеновки, что в Черниговской области, Ильича кто-то реставрирует и восстанавливает. Что за беспредел? Я решил разобраться лично. А вот и он, серебристый. Ленин прямо сверкает из кустов местного парка. Да в нем метров 5, и дорожка проложена к монументу, чуть ли не красная, точно не дешевой плиточкой. Основателю первого в мире социалистического государства В.И. Ленину. Но главное находится внизу. Воинам, мирным жителям района, погибшим в годы гражданской войны, и, внимание, коллективизация. Вот только у меня один единственный вопрос. Мы прославляем коллективизацию этим памятником или же, наоборот, осуждаем? Сказать, что я удивлен, оказавшись на этом мемориальном комплексе, это ничего не сказать. Внимание, надгробная плита вам, борцам за коммунизм, живущие бесконечно благодарны. И рядом находится надгробная плита комсомольца, инспектора милиции Дука Михаила Трофимовича, внимание, убит бандитами, то есть, вероятнее всего, голодающими крестьянами в 1930 году. Кто же в Семеновке осмелился восстановить Ленина и на каких основаниях? Ищу ответственных в райсовете. Сергей помнит тот момент, как Ильича сносили. Это было еще в феврале 2014 года. Заасфальтован темный асфальт, вижу, он тут стоял. Такий з мрамора постамент, десь висотою, можливо, такий. Ну і сам пам'ятник. В центральній площі прибрати його. Така була мотивація. Зацепили краном, підняли. А, тобто інтелігентно, не було так, що він впав так, просто так, і розбили там. Він був, наскільки я знаю, відданий на зберігання в одному з підприємств Семенівки. Керівництво підприємства, він член комуністичної партії, активіст, який потім за кошти активу комуністичної партії був встановлений. То есть местный коммунистический актив спокойненько собрал деньжат и соорудил целый коммунистический комплекс в парке. По моим скромным подсчетам, сумму вбухали немалую. Вот такая одна плита черного мрамора стоит около 3000 гривен. Еще на соточку потянет работа строителей и стоимость материалов. Дивно, звичайно, коли його встановили, тому що ми одночасно шукали кошти, нам рядом у нас школа знаходиться. Не було дивно, коли ми збирали по крихтах кошти на опалення, а тут таку здоровенну суму, там дуже якісний ремонт, ви бачили, вбухали в пам'ятник все. І мені странно, я вияснив, добро на установку пам'ятника дав мер, зову його на встречу. Даже удивився, прибув по першому дзвінку, причому молнієносно, на самому, що ні на єсть, європейському транспорті. Памятник Ленина был установлен в конце 70-х годов на центральной площади. После долгих обсуждений было принято решение о том, чтобы городской совет выделил участок земли в городском парке для переноса памятника Ленина с центральной площади в городской парк. Это были работники милиции, и они вели, ну, скажем так, вооруженную борьбу, выполняя функции государства. Это назывались бандиты, сегодня может быть другая трактовка. Но факт то, что они были, будучи представителями законной власти на то время, вели борьбу вооруженную и погибли от рук тех, кто выступал против этой власти. Против советской власти. Против советской власти. Одним словом, так бы и прославляли коммунизм, если бы не закон о декоммунизации. Но что теперь? Мы приняли решение о том, чтобы, в принципе, обратиться к общественности, к жителям города с двумя вопросами. Первое, нам надо перейти.
переименовать около 8 улиц и как быть с памятником Ленина. Куда его можно перенести громаде, что будете предлагать? Предложения были в июле месяце, поступали сделать небольшой такой мемориал эпохи типа советского прошлого. Так, потому что понятно, у нас на сегодняшний день почти 50% жителей города – это люди пенсионного возраста. Во-первых, мы послушаем людей. В соответствии с законом нам отводится время до 21 ноября. Чего оттягивать? Я решил послушать людей прямо сейчас. И в Тихой Семеновке, что в 15 километрах от границы с Россией, они оказались многословными. Если, например, родитель будет идти с ребенком, у него будет возможность показать этого Ленина и сказать, вот этот дед не очень хорошо жил, не очень хорошо сделал, не очень хорошо умер. Все нормально. А если его не будет вообще, кому будут показывать молодые родители, показывать своим детям? Кого? То есть это, в принципе, как антипример? Антипример. Пусть стоит. Антипример для будущего, для тех маляток, которые будут расти. Ленина оставлять или убирать? Нормальный пацан, хай стоит. Ни на кому мешаешь еще. Я считаю, что это же наша история. Ленина оставлять, убирать, что с ним оставлять. Делать? Нам по барабану вообще. Нет, оставлять. Даже не знаю. Тогда надо историю всю переписать по новой. Если убирать все памятники. Ну, как было, так уже же остается, на что его все рушить, крошить. Угу. А что вот вы сами знаете про Ленина? Ну вот вас чему учили там в школе, в институтах? Может? Позитивным представлялся. Когда он революцию это все сделал, и вообще было все замечательно тогда. Кому мешают памятники? Да закону о декоммунизации он мешает. Люди. Интересно, что об этой ситуации думают историки. Люди в истерике бьются, вот буквально таки кричат, что не убивайте, это наша история. И так далее, и тому подобное. Что с этими криками? Ігнорувати? Такому пам'ятнику немає місця в публічному громадському місці, яким є міський парк, яким є площа перед міською радою, сквер тощо. Якщо даний пам'ятник, пам'ятнику Леніну, навіть внесений до реєстру нерухомих пам'яток історії та культури, то він за визначеною процедурою з цього реєстру виводиться. Український інститут національної пам'яті вже звернувся і до прокуратури, і до міністра внутрішніх справ для того, аби провести перевірку фактів, які мали місце в місті Семенівка Чернігівської області, встановити осіб, причетних до встановлення пам'ятника Володимиру Леніну на території Семенівської міської ради, і в установленому законі порядку їх притягнути до відповідальності. Ну, прокуратура веде своє розслідування, а я своє. Это ж какая должна быть у людей мотивация, чтобы идти против закона? Говорят, что все памятники Ленину сделаны непосредственно из посмертного слепка лица самого Ильича. Они использовались при изготовлении скульптур. То есть, изображения Ленина должны были иметь непосредственную связь с его материальным телом. Об этом рассказывает антрополог Алексей Юрчак, что десяток лет сотрудничал с Институтом биомедицинских технологий при Мавзолее. Получается, все штампованные памятники Ленину имели контакт с его посмертной маской? Похоже на ритуал какой-то черной магии. Ведь тело Ленина до сих пор в мавзолее пирамидальной формы, которая, по словам биоэнергетиков, вовсю ретранслирует информацию. А все памятники Ильича, в том числе и этот, в Семеновке, эту информацию радостно принимают. Может, монумент сам людей зазомбировал? Лично я не нашел более внятной причины, почему народ с пеной у рта так защищает незаконную груду бетона.